always interesting for me to visit this historical. Всегда большая честь приезжать в этот исторически красивый город. В этот раз я приехала сюда по случаю 75-й годовщины ООН. Мы снимали совместно концерт с Национальным филармоническим оркестром. Вы сможете посмотреть этот концерт в записи на сайте ООН в его украинской версии. Он будет точно продемонстрирован 24 октября. Это день, который считается основанием ООН, и мы будем праздновать 75-ю годовщину ООН. Мы обсуждали очень много вопросов, связанных с сотрудничеством между структурами ООН и городским советом Одессы. Я очень благодарна господину мэру за открытую и детальную дискуссию по всем проблемам. Мы обсудили как прогресс, так и недостаток деятельности в определенных сферах. Мы говорили не только о возможности партнерства между нашими структурами, а также об антиковидных мерах, которые принимаются в Одессе. Кроме этого, обсуждали проблемы прав человека, проблемы прав детей, как осуществляются и защищаются в Украине. Having a very frank discussion, both about the progress that is being made, but also the remaining challenges. My hope is that we can do more cooperation around. Мы надеемся, что сможем найти пути сотрудничества, точки соприкосновения для того, чтобы развивать это разностороннее прекрасное общество. Social cohesion and peace and unity. I think a lot is already ongoing, but this is an area where I think Odessa is a great place to try to do more.